Белгородская область может получить федеральную поддержку в сфере культуры. Речь, в частности, о ремонте 9 ДК, 2 детских школ искусств, 2 музеев, а также поставке 4 модельных библиотек. Возможность оказания такой помощи региону губернатор обсудил с главой профильного министерства страны Ольгой Любимовой. Руководитель субъекта в том числе доложил о ходе реализации нацпроекта «Культура». Я уверен, что все наши заявки Министерство культуры поможет с их финансированием и реализацией. Главный вопрос пока остается – это источники финансирования капитального ремонта театра имени Щепкина. Но будем работать, понимаем, что проблема большая, но необходимость проведения капитального ремонта, мы понимаем, что нужно, конечно, нам усиливать эту работу.